С начала года в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска выдано 1100 электронных справок для регистрации новорожденного. Это более половины от числа всех выданных справок о рождении. Дело в том, что для получения электронной справки о рождении есть ряд ограничений. Если супруг матери ребенка является гражданином другого государства или же их брак заключен на территории другой страны, то выдается только бумажный вариант справки. В остальных случаях можно получить документ в электронном виде. При поступлении в родильное отделение женщина дает согласие на выдачу электронного медицинского свидетельства. Через несколько дней после выписки новоиспеченным родителям в личный кабинет на госуслугах придет уведомление о поступлении документа.